Вся эта техника, спецмашины, оборудование и снаряжение необходимы для спасения людей, тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На выставке, сопровождающей сбор по подведению итогов, вооружение выглядит не только внушительно, но и парадно. Оно всегда находится в боевой готовности. Островной регион, в отличие от материковых, располагается в зоне риска. Из-за особенностей климата в любой момент может возникнуть чрезвычайная ситуация. И к ней должны быть готовы все службы, особенно в отдаленных районах. Мы с вами почти ежедневно в ситуации, в ЧАЭСовской ситуации, не знаем, что вот через полчаса, через час у нас что-то произойдет. И нам надо будет всегда в боевой готовности держать вот наши все эти силы. На совещании подвели итоги уходящего года. Среди положительных показателей – снижение количества пожаров, уменьшилось число погибших на воде. В этом году было обустроено порядка 5 основных пляжей с постами спасателей. А на Северных Курилах открылась новая пожарная часть. С ее открытием на всех Курильских островах у нас самые современные новые пожарные части. Таких и в Европе это не так много. И там у нас на всех в трех районах, в новых пожарных частях, вот сейчас несут службу совместно и областные пожарные, и федеральные спасатели. Руководитель управления МЧС отметил самые сильные стороны островных спасателей. По итогам прошлого года сахалинская система оповещения признана самой лучшей в России. В области очень сильно развита работа общественных организаций, волонтеров, частных компаний. Прошлогодняя ситуация с аварией танкера «Надежда» продемонстрировала высокий уровень бережного отношения людей к природе. Наша компания принимала участие по ликвидации аварийного разлива нефти. Мы одни из самых первых прибыли на место аварии. Вот. И успешно закончили ликвидацию аварийного разлива нефти. Через неделю здесь же, в Большом зале правительства области, пройдет дальневосточный сбор по подведению итогов. Из 9 регионов выберут 3 самых лучших. Есть уверенность, что среди лидеров окажутся и сахалинские спасатели.